церковь, будучи православной, не является канонической? Потому что у них существует монофизитская ересь. Дело в том, что был один из Вселенских соборов, посвященный ереси монофизитства, и в этот момент армяне воевали с Персией и не могли прибыть на Вселенский собор в связи с тем, что была война, и они просто через Персию проехать не смогли сюда, их посланцы. Поэтому они так и остались в этой ереси, неизмененной. Поэтому здесь вот эта еретическая составляющая и не дает нам соединиться с ними, как чтобы стать им православными, скажем так.